детство. У меня было детство. У меня было детство. Наш день борцы! Ну что, узнаете? Мы находимся в обычном запорожском дворе, которых в Украине миллионы. Вообще, двор – это начало всех начал. Именно здесь ты в первый раз влюбляешься, в первый раз целуешься, в первый раз от кого-то получаешь... Сколько тебе лет? 11. Люлей. В первый раз куришь. В первый раз за это получаешь люлей. Алгоритм понятен, да? Вот это школа жизни. Двор – это школа жизни, короче. А теперь тупо для прикола. Тихо. Кабан! Почему в каждом дворе есть какой-то кабан? Вот можешь камеру отдалить, пожалуйста? Уважаемая БМВшечка, скажите, а где вы со своей подружкой Таврией сейчас стоите? Не на футбольном ли поле, а? А, я понял. Тут, походу, тренируют вратарей по бразильской системе, как вот на вот этом видео. .304, .305, .306, .306 колес на 35 квадратных метрах. У меня только один вопрос. А где вы их берете, а? Ага. Лерочка, с днем рождения. Дружба. Катя дура. Уважаемые, на дворе 21 век. Существуют такие средства коммуникации, как ВКонтакте, Одноклассники, СМС-сообщения, на худой конец письма с голубями. Но почему вот на домах? А сейчас мы говорим о том, на что скидывался каждый человек в нашей стране. Это не Новый год, это домофон. Я уверен, что у каждого в подъезде был чувак, который принципиально не скидывался на эту штуковину. Видите ли, потому что он живет на первом, ему это не надо. А теперь внимание, что потом происходит. Да? Здравствуйте. Откройте, пожалуйста, дверь. В моей душе нет больше места для тебя. Я... Да? Что-то не сработало. А ну еще раз откройте. Спасибо. То ли дело частный дом. Нет вот этого постоянно городского шума, рева мотора, лая собак. Детских воплей нет. Только кукушка кукукает, да совушка поет. Твоя грудинка, ну матанка.